привет. Это овсяные отруби по 2 столовые ложки на человека. Мы залили с вечера молоком, чуть-чуть подогрели в микроволновке, и вот до утра получилась вот такая, уже, в общем, такая готовая каша, которую мы, в общем-то, едим каждый день. И особенно, когда белковый день у нас раз в неделю, мы обязательно эту кашу едим. В обычные дни мы добавляем сюда перемолотые семечки, а, допустим, на атаку или вот на чисто белковый день мы едим вот просто так. И вчера мне пришла такая идея. То есть вот эту кашу мы разделим и съедим на двоих, а из этой каши я сделаю оладушки. И делается это очень-очень просто. Сюда я добавлю одно яйцо, чуть-чуть каплю соли, вот так, пол чайной ложки разрыхлителя. Все, тесто готово. Ставим в сковородку. Сильно огонь не делайте, чтобы она не была горячая, потому что оладушки будут гореть. Наливаю туда чайную ложку растительного масла. Вот на атаке Дюкан рекомендует, я не знаю, как сейчас, 2 кофейные ложки масла. Ну вот буквально чайная ложка здесь. Вот так вот мы по всей поверхности размазываем. Все, это вот то, что масло, которое нам понадобится. Здесь мы все это перемешиваем до однородного состояния. Если вам кажется, что тесто такое жиденькое, добавьте из плошки, которую вы собираетесь есть, там чайную ложку, ну, в общем, смотрите. Добавлю еще сюда капельку ванили. Все, напомню, что это на двоих, то есть это двойная порция. Все, и небольшими порциями выливаем. Тесто вот так вот подмешивайте, потому что отруби вниз туда оседают. И вот так вот смотрите, когда вот сверху все запузырится, уже прихватится, вот еще чуть-чуть и переворачивается. Вот все вот так схватилось, аккуратно посмотрите, вот оно схватывается и переворачиваем. Один, второй. Если вы не на атаке, добавьте ложку кукурузного крахмала, и вообще будет замечательно. Вот так. Вот такое количество оладушек получилось. Это не на двоих даже, это буквально вот прям семью можно накормить. И я предлагаю вот сделать вот такой творог с йогуртом нежирным, добавить там подсластитель, и будет замечательный вот такой вот перекус. Они такие тоненькие, в общем-то, даже не оладушки, такие мини-блинчики. Вот такая красота. И еще, я считаю, что это вот незаслуженный, проигнорированный вами десерт. Это яичное тесто, в общем, яичное с творогом и начинка творог. Ссылку на этот десерт мы оставим. Поверьте мне, это вот на самом деле очень вкусный на атаку десерт. Вот попробуйте, приготовьте, очень вкусно. В рецепте у меня 2 яйца, а здесь я вот приготовила на 3 яйца, и мы высчитали калорийность. Ну вот смотрите, значит, 450 калорий это во всем этом десерте, во всех 400 граммах. Вот здесь у нас 2 кусочка, 60 грамм, примерно 65 калорий. То есть это вообще это меньше, чем одно яйцо вы съедите. Вот из всех десертов один из лучших. Ну, в общем-то, вот как-то так. Всем приятного аппетита, худейте с удовольствием. Пока!